Добрый день, уважаемые зрители. Мы находимся у нас в рассадном отделении, где мы вот 7 мая, в этом году так получилось, 1 мая, первая партия, вот разница, 7 мая, в неделю посеяли у нас пинкагат. Сюда томаты, как вы знаете, тоже нестандартно, чуть раньше времени, тоже связано с этими вот событиями, ну, ускорить чуть-чуть начало плодоношения. Почему именно этот гибрид? Да потому что у нас мы вот на зимнем обороте у нас получился, что мы переиграли, посадили огурцы, сказали огурцы, все пойдет. И мы, конечно, может, чуть не угадали. У нас остались семена пинкагат, хотя их сейчас нету. Вот сейчас надо было искать. Вот у нас то, что было, мы его взяли, высеяли. И, как вы знаете, она вот такой дурной сорт, он может смело расти. И уже и весенний, летний, зимнем обороте уже она показала нам. Она прет, как танк этот, я вам говорю, этот. Он даже сейчас вот у нас еще заканчивается. Верхняя волна, она опять начала набирать, накачиваться, хотя уже заканчивается. Та зимняя, которую еще в ноябре сажали. Но мы решили еще раз здесь посадить. Сейчас раньше времени, может, еще вот у нас иногда до июня прохладно. Кисти они наберут, само растение вырастет, уже в теплице будет давать общая прохлада. И она будет идти, идти, может быть, и не только 10-й, 12-й кисть. Ну, будем держать до последнего, когда у нас этот, докуда она вытянет. Но этот гибрид, я знаю, она все время хорошо завязывается, кисти полные, и до самого верха идет и идет. Почему? Потому что она, как корневая система у него хорошая, легко усваивается в нашей вот зоне, особенно у нас в теплице. Ну, по сравнению с пинк параллелью, конечно, это если сажать на вкус, он намного вкуснее пинк параллелью. Но у нас его таких объемов нет, вот в Москву у нас не отправляют. Им надо, вот в Ташкенте, допустим, они их высаживают, потому что у них большие площади, они их целыми фурами и этими вагонами отправляют, у них за них дают хорошие цены. У нас пока такие цены не дают, поэтому вот этот товарный вид красивый, плотный, транспортабельный. И плюс еще и урожайный, поэтому пинкагат высаживается. И в данный момент, конечно, мы ждем, уже через пару дней здесь будут хорошие всходы. Думаю, результат в этом году, особенно вот этих нестандартных сроков посева, я думаю, хорошо скажется на ценах и урожаях этого года. На этом все. Спасибо за внимание.